Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. Так, заходим, подожди, торговцу. Так, что у тебя есть, дружище? Бобы? Так, хорошо, куплю. Так, смотри, биокуртка 1600. Блин, на балбобы эти не покупать. Ладно, пока ничего не буду. А, подожди, у меня же есть тебе что-нибудь продать, подожди. Вот у меня есть в рюкзаке, так, сейчас посмотрим, что ненужное. Вот, смотри, кусок кожи, давай продадим. Так, продать все куски, конечно, все. Так, 3500, так, предложение, так, я хочу эту броню купить. Так, и штаны я куплю еще. Хорошо. Так, все, до свидания. Так, заходим. Так, награда, смотри, мне чуть-чуть до награды осталось. Так, карма минус 5. Так, мне нужно одеться, подожди, где у меня одежда? Так, одеваем, значит, курточку, сила увеличилась и штанишки. Хорошо, так, а что, кепочку тоже мы оденем. Дополнительная защита будет. Так, а вот смотри, у меня еще есть сапожки. Так, это что такое у нас? Штаны, броня 2. Давай продадим эти штаны. Так, рюкзак. Давайте штаны продам. Да. Зачем мне эти штаны нужны? Так, ну что ж. Мне нужно сейчас пойти в город. Так, разрушенная фабрика. Так, идем в разрушенную фабрику. Посмотрим, что там интересное в этой фабрике. Так, войти. Продолжить. Так, смотри, разрушенная фабрика. Вот, все, мы приехали. Так. Это что такое у нас? Ух ты. Гранатики. Так. Гранатики. Так, вот они, гранатики. И куда их так надеть? А, мы сейчас на ремень их оденем. Хорошо. Так. Так, так. О! В смысле? Смотри, сколько зомбаков. Что они там едят? Так, ну мы сейчас их подзорвем. Попробуем. Опа! Готово. Так, гранату подобрали. Вот еще зомбаки. Получите гранаткой. О, нифига, сколько вас ползет. Так, главное, сзади никого нету, хорошо. Так, бабулек сейчас этим. Убьем. Так, подожди, на тебе. Есть, готово. Так, сзади, я боюсь, чтобы сзади не подошли они. Так, что у нас здесь интересное? Так, подожди, посмотрим. Так, какой-то склад непонятный. Так, идем наверх. Так, убейте всех врагов. Эй, дружище! Все, убили, да, всех здесь? Так, хорошо. О, нифига, откуда вы выползли, а? Так, сейчас я вас всех делаю. Так, есть. О, зачистка мелколесия завершена. Отлично. Так, я сейчас еще покажу здесь, посмотрю, что здесь еще интересного есть. Так, на первом этаже ничего нету интересного. Здесь медпункт какой-то. Так. Ну все, я всех здесь подзачистил. Так. Никого нет. Все, хорошо. Вернемся в город, посмотрим. Так, что у нас в городе интересного? Так, торговец у нас. Так, а что мне торговец даст? Так, здорово, торговец. Так, у меня есть тебе
вот этот барахло. Так, сейчас продадим. Так, предложение. Что тебе интересно? Мне гранаты нужны. Так, а это что за ключи? Так, обычный. Так, давай купим. Да, на все покупаем. Пригодится. Так, ну больше ничего у тебя интересного нет, я смотрю, да? Так. Хорошо. Дальше. Так, ну что... А, Фрэнк сейчас подойдем, посмотрим, что он мне задание даст, может, новенькое. Привет, Фрэнк. Так, ну что ж, я выполнил миссию. Давай мне денежку. Так, хорошо. Так, мне нужна помощь. У тебя есть время? Да, конечно, продолжай. Так, у нас возникли кое-какие проблемы возле старой шахты. Оттуда лезут целые полчища зомби. Давай. Уничтожить. Да без проблем. Так, уничтожим сейчас. Да, он же старшой подойдет. Что там у тебя? Так, а ты уже научился стрелять? У меня есть для тебя работенка, но для начала ты должен набраться опыта. Так, хорошо. Мне нужен доброволец для исследования старого дома к западу. Конечно, исследую старый дом, без проблем. Так, тем вечером. Ты меня искал? Да-да, присаживайся, конечно. У нас тут довольно серьезная проблема. На прошлой неделе у нас закончились припасы. Что? У нас же все прекрасно, только посмотри на этот гуляш. А поверь, ты не хочешь знать, из чего он приготовлен, а ну думаю, завтра мы крепко выспимся. Скоро зима, и нам нужно хорошо подготовиться. То есть, либо я приношу припасы из вашего старого дома, либо в следующий раз стану основой для гуляша. Ну, в общем-то, когда я обсуждал это с Фрэнком, он просто предложил тебе съесть. Вот, ё-моё. А если есть кто еще, кто хотел бы отведать моего мяса? Сложно сказать, но я слышал, как Лена говорила, что ты сладкий, как конфетка. Так, вот такие дела, ребята, смотри, мне предложили позаботиться о припасах. Если я об этом не сделаю, то меня вообще, наверное, съедят. Нормально, да? Так. Уникальная версия, так, это что, не надо мне? Так. Забираем. Так, ну что ж, заходим, наверное, в этот старый дом и посмотрим, что там нас ждет. Так, полуобнаженная раненая женщина, случайная встреча. Так, ну давай посмотрим, что такое. Что там случилось? Так, вот раненая женщина, смотри. Привет, у меня что-то с ногой, ты не мог бы взглянуть? Да, конечно. О, в смысле, алло? Что случилось? Ты что на меня нападаешь, а? Гадина. Кто у меня еще там стреляет? Смотри, какой-то мудила какой-то, смотри. Так, ты что, а? Алло. Так, подожди, мне надо убежать туда, здесь, спрятаться. Так ты кто такой? На тебе, получай. Да вас несколько там, смотри. Он неубиваемый, смотри, а. На тебе, смотри. Пофигу ему. А, это какие-то бандиты, слушай. Ага, сейчас. Есть, готов. Готов. Где, куда, исчез, да? Что это было, смотри, меня нифига подранили. Так, ладно. Отправляемся дальше. А где эта женщина? Она уже куда она исчезла? Ладно, давай дальше идем. Так, раненая женщина, смотри, да, как меня хотела обмануть. Так, опять смотри, зомбаки. Так, сейчас мы аккуратненько сейчас подожди, а где здесь? Вот еще один зомбак. Обрати на меня внимание, друг.
Так, кусок серебра, смотри, нашел. Так, сейчас подождите вот. Гранатки не хотите ли? Так, интересно, подожди, это что такое? А меня, интересно, тоже подорвало, да, немножко? Нет? 47 пока у меня здоровье. Так. Ой, что-то я мимо стреляю, подожди, друг. Да иди, гуляй. Вот, ты что-то нашел. Обронил, то есть. Бутылка какая-то с водой, что ли. Так, тут закрыто, да? Так, сейчас сюда посмотрим. О! Есть. Готово. Так, патрончики, хорошо, спасибо. Так, здесь ничего нету интересного. О, нифига, смотри, сколько вас. Гранатку получите. Есть. Готов. Готовы. Так, у меня есть бинт. Так, зайдем в дом. Так, ну, я здесь уже был, в этом доме, здесь ничего интересного нету. Так, ну, куда меня ведет эта стрелочка, сейчас посмотрим. Как обманула женщина, ты подумай, а? Так. Здесь нет ничего, поищите в другом месте, обыщите склад, хорошо. О, да тут зомбаков куча. Подожди, так, вот здесь, да? О, готово. Эй, нифига, подожди. Гранатку. Все, готово. Так, гранаток у меня 5. Надо аккуратненько их не сильно тратить. Так, никого нету. Так, что у нас здесь на складе? О, мука, мне нужна... Припасы, провиант. Так, вы нашли припасы. Так, нашел. И дальше что? Наверх подняться? Нет, показывают вниз идти. Так. А, на улицу что? Так, надо из дома выйти, иначе они меня в доме окружат. Так, ну одна тетеньку одну взорвали. Так, это мало, конечно. Так, а здесь что? Нифига себе, что это такое? Так, о, водичка. А, вы нашли бензин, это не водичка была. Так, все. Так, ну что ж, здесь я все выполнил. Немножко я еще постреляю, наверное, вот, подзачищу территорию. Так, готово. Где-то тут еще ходили. Подожди. Где-то здесь еще кто-то был. Подожди, сейчас я посмотрю. Нет, вроде никого нету больше. Все. А, нет, вот, смотри, ходит. Смотри, чувак. Эй, чувак, привет. На тебе. Получай. У тебя ничего нету мне подарить, да? Ладно. Ну что ж, возвращаемся в город. Заходим. Домой идем. Так, вот у нас, значит, чувак. Ну все, слушай, старшой, как насчет дома? Ты нашел какие-нибудь припасы? Да, там полно всякой всячины. Отлично, зима уже близкая, нам нужно добыть как можно больше провизии. Возьми с собой Фрэнка, принесите все, что может пригодиться. Понятно, хорошо. Так. Ты до Фрэнка пошел? Ты куда пошел? Фрэнк, привет. А, миссия не выполнена. Мне нужно еще миссию выполнить, потом с тобой пойти. Хорошо. На сегодня заканчиваем серию, дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.